В седьмой серии сериала «5 минут тишины» вы узнаете о том, как парень и девушка тайком пробираются на территории завода, чтобы прыгнуть с высокой трубы. Ржавая лестница под ними ломается, и назад пути нет, только прыгать. Девушка стартует, неудачно ударяется о трубу и повисает без сознания. А парень, который собирался прыгать впервые, остается на верхушке трубы, совершенно при этом беспомощный. Тем временем в трамвайном депо рабочий не успевает вытащить руку из-под вагона, ее придавливает. Он рискует погибнуть от потери крови, а домкрат при этом неисправен. В промзоне находится подпольный водочный завод, хозяин которого решил нелегально подключиться к водопроводной магистрали. В подвале срывает кран, и пока двое рабочих пытаются ликвидировать аварию, дверь при этом блокируется.